Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с сообществом родителей Одинцовского округа провели профилактическую акцию. Водителям напомнили о том, насколько важно соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и предоставлять преимущество на дороге пешеходам. А пешеходам рассказали, зачем нужно применять световозвращающие элементы в темное время суток. Для безопасности граждан участники акции держали социальную дистанцию и использовали средства индивидуальной защиты.